В Сеуле мирная демонстрация родственников жертв крушения парома «Севоль» переросла в массовые беспорядки. Чтобы утихомирить толпу, полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ. В ходе разгона пострадали более 70 стражей порядка, полиция задержала около 100 человек. Напомню, паром «Севоль» затонул у западного побережья Республики Корея. Жертвами катастрофы стали свыше 300 человек.